Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Сейчас 38 минут. Раз, два, три, четыре, пять. Вроде человек там купается на пляже отеля Парадор. Отель спит. Что-то идет мне навстречу. А, это тот, который лапой, да? А, нет, нет, тот не такого цвета. Иди сюда. Кс-кс-кс. У меня еда есть. Иди сюда. Кс-кс. Да я ж тебя тоже знаю вроде бы, да? Да. Да. Да, котик, привет. Привет. Котик, как вам луна, котик? По-моему, тоже будет закат луны сегодня, наверное, на сяде. Так, а где Рома сегодня купался? Там дальше. Там человек на лодке плавает на фоне луны. Вижу его, обалдеть. Вообще спортсмена, девушка даже железо тягает. Без 15:02 ночи. Ну правильно, потому что днем это вообще нереально. Так, ну что? Тут по этим котам прошелся, я не снимал, но там же на маяке котейки тоже ждут. Надо идти туда. Домой я приду сегодня не скоро. Так, насчет погоды. Сейчас я пока не видел градусника. О! Мы здесь сегодня. А вы что так далеко? Привет. Мяу. Сейчас, да, у меня даже баночка еще есть вкусная. Черненький малыш такой появился, да? Вовремя я иду с последней едой с баночки. На тебе всю еду. Красавчик. Не успел я сказать, сколько градусов я ощущаю, но уже он вижу 28. В принципе, я с ним согласен. Что не 29 и не 30, потому что нормально и комфортно было. О, еще малыш, елки-палки. Надо бы поделил на двух. На улице довольно комфортно сейчас. Было бы так еще и днем, конечно. Так, слоник спит, по-моему. Может, не будите? Сейчас, вот, три. Боже, еще малыш на лавочке. Насыпал ей Дэна, проснется, поймет, что это от меня. Малыш, ты не буду будить, она спит. Она точно не голодная. Только заснула, наверное. Эфталия справа. Человек спит. Слева. Ну и слоники у нас, если относятся, да, кстати, напоминаю, что слоники здесь появились только после того, как мы назвали ее слоником, друзья. Вот какое-то странное совпадение. Сейчас я иду, смотрю, много баночек с водой для котеек стоит. Опять же, на слониках. И я понимаю, что слоники уж у нас Арсен Фисити, мой родной. И, в принципе, я вполне не удивлюсь, если Арсен Фисити это делает, те, кто меня смотрит, те, кто меня знает. Спасибо большое. Может, и слоники появились тоже. Вот эти вот, и пляж назвался так, может быть. Из-за нашей большой слонихи. Да, назвали мы ее так. Кто-то с вас, дорогие мои зрители, кто-то с вас предложил ее так назвать. Фишки уже не работают. Так не хочется идти на маячок. Еще до перед состока, еще по набережной. Ну, надо. Там чертила, который вчера писал: ходишь, жизнь бессмысленна, ночью топаешь, нормальным людям спать мешаешь. Ты, чтобы быть нормальным, выйди хоть днем, хоть ночью, накорми хоть одну кошку или собаку голодную на улице. Чертила. Боже, какие комментарии каждый день приходят, друзья. И плачу называется. Мы с собой их только видели.
Закат Луны так и будет, его будет видно на Клеопатре где-то к 3 часам, наверное. Смотрите, что с Луной сейчас, я не знаю, без зума, насколько вам видно хоть что-то. Луна сейчас над крепостью, вот там. Мальчик, что ты не спишь, мальчик? Смотрите, над крепостью, вон она. Хоть без зума, но я думаю, видно шар это прямо над крепостью. Он сейчас очень красиво, достойно картины художника, да, котик? Котик, ты что сидишь там, котик? Привет. Котик. Хочешь есть? Панорама Hotel, Баюк отель, и мгновенно влажность повышается и становится жарко. Ну, это всегда так, в оба всегда прохладнее, особо когда идешь в сторону центра. Вот, блин, на майке сейчас жарко будет, некомфортно. 2 часа 10 минут, вчера в это время были... Привет, Наташа и Сережа. Вчера мы с вами в это время были на маяке с маячком. Никого, ни людей, ни котек. А, о, ух ты, а ты кто? Привет. У меня белки такие сегодня были возле Арсенфисиди, у этого. Боже, как его. Возле Арсика были три белки, которые зимой. Класс, стерео. Вы голодные такие, да? Идемте. Да, такое стерео. Белка, тебя здесь вроде не помню, или помню. А, была ты иногда, да, помню. Помню. Там аж 3 или 4 белки, я вам их зимой показывали, осенью, на Парадор отель. Подожди, не залазь на меня, не нагли-то. Видишь, это же спокойно мяукает, стоит. Вот это у меня хор был голодных котиков, да? Правда такие голодные? Обалдеть. Мартина давно не видел. Повернуты неизвестно, где на обратном пути возле Вайкики, посмотрю. Сундочка скоро будет спать, уже время спать, да? Привет. Хасан уже спать готовится, мараба. Слип? Все? Да, ушел, да. Людей почти нет вообще по набережной, видите? Ну, есть на лавочках кое-где. И работают кукурузники. До утра, наверное. Это мне вчера мы тебя кормили, да, 2.26, друзья, ни одного человека почти, не, ну-ка, есть, но очень-очень мало, вчера больше людей было, да. Подошла одна, потом вторая, потом третья, на третьем, может, слюни висят плохо, дал всем есть, вода там где-то стоит у них. Ого, я 2 часа уже хожу. Даже ходил в сторону оба. Это для ананас. Тут это всегда на одном месте лежит. Беременна. Ты беременна? Да? Беременна? Привет, будешь кушать? Да? Да? Анак не хватает. Смотрите, лайфхак. Пакет у вас есть. Берете пакет, выворачиваете, наливаете воду в него. И котейка также сможет попить. Но есть даже не хочет пить, хотела, просила. Привет. В 3 часа ночи есть, вас заставляют, да? Малыш тут тоже, малыш. Быстро выбежит. Сейчас малыш водички там щурит. Привет, смонкая малыш. Да? Перевожу. Сами мы не местные, мы приплыли на большом корабле и живем здесь теперь на набережной. Дайте нам, пожалуйста, поесть. Спасибо. Даю. Ну а тут наша бригада или спит, или не знаю, никого пока нет. Посижу чуть-чуть. Ни маячка, ни ушаста. Сейчас появится. Что чудо просмотрел, отвернулся там, смотрел. Он то ли прыгнул неудачно сейчас на ногу, то ли это у него раньше. Что-то, короче, ходит на 3 ногах почти. Что с лапкой, девочки? Пока. Что с ножкой? Ну сейчас вряд ли бы он хотел. Не пойму, ну не мог же он лапу сломать. Тут высота-то небольшая, они ж на лапы прыгают. А с другой стороны, как бы он прыгал, если бы у него уже лапа была больная. Он бы тогда понимал, что ему нельзя прыгать. Не знаю, короче, что с ногой. Ай, дружище, блин. Ну и что делать теперь с тобой, а? Что с ножкой? Капец. Что-то у меня такое ощущение, что несчастная это сломана. Какая-то у него...
широкая, прям это, неужели кто-то переехал? Ну, мы не местные, когда я последний раз ел, не помню, может неделю без еды, может две недели, может месяц. Дайте поесть, люди. Мол, они уже спят давно, он сказал, души, спать. 3:10, они еще спят. Просто так у него выглядит это все. Он чувствует, когда подходит покупатель и приходит, не знаю. Кондички не видно, хозяина не видно. Фу, тишина, да как кукурузники работают. Представляете, друзья, у них рабочий день, да? Сейчас они, получается, я не знаю, до 4, наверное. Человек придет домой, ну как я, то есть он утром ляжет спать. Офигеть, целый день лишь надо спать. О, вот они гуляют. Пан, да уже спать надо. Фу, все, якшамлар, я пошел. Шоу, финиш. Шоу, шоу, хочу. Ченч. Класс. Приодели. Пандочка, жарко, да, все равно мне жарко, тоже жарко дышит. Надо have a before salam. Тяжело. Breakfast, салам. Все, пока, пандочка. Счастливо, увидимся. Я же еле-еле живой тоже, блин. Вроде вот в оба было классно. Туда ближе к оба. А здесь вот нельзя сказать, что очень жарко, но вот вялое состояние от того, что повышенная влажность, и кажется, что жарко. Футболка мокрая полностью. Нету вот свежести здесь. Полно людей, машин, видите, там. По улице бара, он разве что музыки нет, а где там столько же скупает было, наверное, сейчас. Народ хочет продолжения банкета. Ну, каждый второй хочет продолжения. Боже, людей там много довольно. Под машины лезут все сами прям. И орут, ведут себя просто, ну, капец. Больше не буду в это время, когда расходится улица бара. Неприятные ощущения, такие ужасные просто. Люди, будьте людьми. Вот вам. Мы по-русски разговариваем, вот эти вот сзади что-нибудь сейчас. Будьте людьми. Особенно, когда вы в чужой стране находитесь. От вас может зависеть отношение к вашей стране полностью. Именно от вашего поведения. На этой философской ноте. Спокойной ночи всем. 30 июля. 4-го, друзья, один ресторан, там человек, ну, человек 70, наверное. И следующий флеш тоже. Вот тут уже реально сложно понять, люди ужинают или люди завтракают, и какой у них рабочий день, когда они спят, когда они чего. Ну реально, иду и... Смотрите, он полный, вообще полный, просто полный. Тут пару сотен, как минимум, народу внутри. Вот какой распорядок у этих людей? Ну не может же быть, что они все, как я, лягут спать в 8 утра или в 9 и будут спать до 6 вечера. Ну не может такого быть. Вопрос тогда, когда они спят. Блин, переживаю за Чупакабру, не могу понять. Там, конечно, там 3.5 метра высота или меньше даже. Но не мог он сломать лапу, когда прыгал. А с другой стороны, с лапой сломанной он тоже не мог прыгать. Ну, блин. Надеюсь, что он ее не сломал все-таки, хотя не мог он на нее наступать. Капец, это бедный будет минимум месяц ходить на трех ногах. Видите, чудеса парковки вот. Чудеса турецкой парковки. Вот так вот идешь иногда, и приходится переходить, выходить на дорогу, чтобы... Потому что там, где я должен идти, там стоят машины. Давайте до оленя с уважаемым человеком вас доведу. 3:30. Они нам будут рады, 3:30. Тут никого, в принципе.
Звуки какие классные. Уже можно будет через час сказать доброе утро, ну через полтора часа. Ну, пока скажем им экшен лар.